простое и сытное блюдо родом из Узбекистана обязательно вам понравится, ведь здесь все продукты нам хорошо знакомы. Сегодня в нашем меню буламик – вкуснейшая каша, которая подается с фаршем. Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересным рецептом и рассказать, как приготовить буламик. Традиционное узбекское блюдо, оно очень простое, но при этом невероятно вкусное и сытное, ведь оно состоит из двух частей. Первая – это ароматная и полезная кашка, а вторая – пережаренный с луком фарш, соединенные вместе. Эти ингредиенты дают потрясающий результат, блюдо получается отличное, оно замечательно подойдет и на обед, и на ужин. Так что обязательно попробуйте этот простой рецепт буламика, ведь на его приготовление у вас уйдет совсем немного времени. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Кукурузную кашу высыпаем в кастрюльку и заливаем холодным молоком, ставим на медленный огонь, когда молоко закипит, добавляем соль и варим кашу до полной готовности. В казане или сковороде с толстыми стенками растапливаем 50 грамм сливочного масла и обжариваем на нем фарш вместе с порезанным репчатым луком, затем добавляем в фарш 2 столовые ложки бульона, посыпаем перцем и зирой, солим, тушим под закрытой крышкой в течение получаса. Подавать буламик нужно так. В глубокую миску накладываем кашу, а рядом обжаренный фарш, поливаем буламик топленым маслом и посыпаем красным молотым перцем, украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот из чего готовим блюдо. Кукурузная крупа, 250 грамм, мелкого помола. Фарш, 250-300 грамм, говядина или баранина. Молоко, 600-700 миллилитров. Масло сливочное, 100 грамм, 50 гр. Для подачи, 50 гр. Фарш, лук репчатый, 2 штуки. Зира, по вкусу. Перец острый молотый, по вкусу. Соль, по вкусу. Бульон, 2 столовые ложки. Количество порций, 2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем добра, заходите еще.